канале, и сегодня день рождения Крэша Бандикута, да. 24 года ему исполняется. Ровно 24 года назад в Соединенных Штатах Америки вышла первая игра про нашего Бандикута. Первая часть, да, та самая Тауна, там где еще была, да. В общем, все, наверное, помнят, все лутфаги помнят. Ну и, конечно же, поздравляем Крэша. Все-таки это наш любимый персонаж. Так что, с днем рождения, Крэш! Вот, и в честь этого хотел бы я с вами немножко поболтать насчет разных новостей по вселенной нашего Бандикута. И новость по поводу новой игры Crash Bandicoot 4 It's About Time. В новой игре, как я выяснил, можно играть за Тавну теперь. Да, теперь можно играть за Тавну, прикиньте. Вот. Можно играть за Коко, за Динго Дайла, ну и, конечно же, за Кортекса, что я так долго ждал. Единственная игра, где можно поиграть за Кортекса, это Crash... Это вроде... Crash Twin Sanity и там, где Crash Skylanders был. Вот, и в принципе, это все, там, где можно поиграть за Кортекса. Ну и, конечно же, фанатские игры, но их в расчет не берем. Вот, можно поиграть за Динго Дайла. То есть, можно поиграть уже как минимум за 5 персонажей. И, возможно, мы чего-то еще и не знаем, и появится что-нибудь новое. Напишите в комментариях, за кого вам больше всех хотелось бы поиграть. И недавно, когда я сидел в Инстаграме, я заметил кое-что необычное. Да, я сижу в Инстаграме, я есть в Инстаграме. И я увидел фотку какого-то чувака, там, где лежит у него постер с Crash Bandicoot 4 It's About Time. Лежит какая-то кружка и фигурка. То есть уже выпущен тот мерч. Да, вы помните картинки этого мерча, думаю. Там шапка, носки, значки, стикеры, фигурка, кружка. И еще какой-то стакан. Вот. И я жду ремастер Спайро. Точнее, не ремастер. Фу, блин, язык уже заплетается. Не ремастер, а новой игры про Спайро, потому что если вышла вот новая игра по Крэшу, то и выйдет, мне кажется, новая игра по Спайро. Я ее очень жду. Так вот, и, господа, те, кто еще помнит 2017, тогда как раз-таки самый был... разгар, мне кажется, вот этого вот Крэша. Ну, то есть, когда я прям конкретно по нему зафанател, я раньше, конечно, о нем знал, но не так сильно по нему фанател. А вот когда вышел новый ремастер, я вспомнил, что Крэш-то есть. И конкретно... Короче, меня конкретно прям штырило это дело и не отпускает по сей день. Короче, насчет новой игры. Новая игра... Я ее очень жду, естественно, я сделал предзаказ. И про 2017 я начал говорить. В 2017 я смотрел одно видео, вроде у Вихаря это было, да. Короче, он говорит, что права, что Activision права на Крэша до 24-го года вроде. То ли не права на Крэш, ну что-то такое. Короче, игры они будут по нему выпускать до 24-го года. И они говорят, что за это время они хотят выпустить как можно больше игр. То есть до 24-го года Крэш еще будет у нас на слуху. И, возможно, будут выходить по нему игры. Ну, и я этому очень рад. И, конечно же, про день рождения Крэша... Я его очень давно ждал, и, конечно же, в честь этого я решил себе кое-что заказать. А что вы узнаете в скором времени, когда придет посылка? Ждите этого обзора. С днем рождения, Крэш! Всем до свидания!